Всем здорово, а также хай. Сегодня у нас очень интересная ситуация сложилась. Я включил стрим, хотел себе побегать мапки, поделать штуки. В итоге ко мне приходят два молодых человека, вот этих вот больных, которые под деревом сидят сейчас, под березкой. И говорят, мы тебе принесли 30 шавроней и 30 дабл крафтинг храмов. Не хочешь фокусы поделать? Я говорю, давай, поделаем фокусы. Гамблинг у нас в сумме стоит 200 экзов. Вообще шаврони 170 где-то. Они все с 30 quality, все почти перфект рольные, все шестилинковые. И я еще, блядь, сейчас сидел и 3 часа перед записью видоса на стриме их пытался перекрасить в 5 офсокетов каждую, чтобы подходили под... кокера. Собственно, да, я буду записывать все поги. Член синдиката и пожилой подпивасник, вон сидящий. Почему их уже трое, блядь? Ладно. Почкованием размножаются. Ну и в принципе все, что я могу сказать. Пошли первые 5. Я переодену хэдхантер. И погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6 даже. Так, первая пошла. Отличное начало, идем дальше. Так, мне ебать, кто делал этот храм? А почему, кто меня ебет? Кто этот храм делал? Мне тут направо. Подожди, в смысле Трон оф Адзири? Блять, не надо, я обойду, окей? Я не хочу Трон оф Адзири. Блять, а как пройти? Блять! Да я лучше обойду в пизду. Я не буду с Адзири, блять, играть. Подожди, а там то... Пошла нахуй. А тут закрыто! Блять! А как? Ебать, чат, я обошел эту профурсетницу, заебись. Нормально. О, там что-то прокнуло. Far Cry говно, чисто OLM резы. Ага, ага. Ну хуйня, короче. Ладно. Идем дальше. Шестой, блядь, белый сокет появился. Ладно, я понял, спасибо. Блядь, в ней было 5 белых сокетов, и она закараптилась в 6 белых сокетов. Серьезно. Ладно. Пусть. Спасибо, отлично. 6 белых норм. Так а какая разница, там было 5 белых, оно столько же стоит, блядь. Блять, да. Ладно. Нахуй я их красил вообще, если они в 6 белых прокают? Max Life на шавроне, reduced cold damage take на и. Шо, чат, кому нужен Max Life на шавроне, признавайтесь? Это шутка? Третья, блядь, 6 сокетов. Ладно. Так, первые итоги. Говно. 2 имплизита, белый сокет, белый сокет, белый сокет, 2 имплизита говняных. И там, и там. Первый пуф, заебись. Блядь, что... Тут, блядь, открыто 1,5 комнаты. Reduced house damage taking и duration. Это нормально. А, да?
Не, нормально, нормально, нормально. 40 экзов где-то. Потому что, ну, смотрите, тут нигде не будет квалити и топ-ролла. То есть, посмотрите, вот эти вот за 30 экзов. 20% ролл говна. 20%, 20, 20, 20, вот, 28, за 80. Duration, Trapped Mind. Тут еще Reduce House Damage Taking. Это, я думаю, 40-50 экзов. А чё не 100? Много вопросительных знаков пишет Данила. Да, действительно. Даблкарапченная же шаврон с полезными караптами ничего не стоит, правильно, чат? Даниле лишь бы повыебываться. Похуй, что там 30 квалити, офсокеты, вся хуйня вот это вот, блядь, макс ролл. Даниле до пизды. Данила фармит в месяц 2 экза и считает, что это так и должно. Не надо так делать. Опять, блядь, похуй на то, что умер, похуй. Так, гамблинг в гамблинге. Имба. Опять, пиздец. Ладно. Это какая уже, пятая? С шестью белыми. Хэт-трик, блять, в финале кожаный мяч. Что это такое? Вот. Понял. Блять, нельзя было слева просто пробурить. В чем проблема? Пиздец. Вот именно таких логистов у нас выпускают универы украинские. Блять, что за хуйня? Почему? Почему, блять? Ну вот это хорошее, это хорошее. Ты сюда вот куда-то поставил. Золотая шаврон с триплета. Блять. 5! А почему? А почему 5? Ебать, разнообразие, да ну нахуй. Ладно. Покуп пошел. Понял. Теперь 5 пуфов подряд будет или что? Блять, не надо 5 подряд, пожалуйста. Блять. А, за что, блять? Ну, в пизду. Давайте лучше циклон, похуй. Спасибо, блять. Отлично закрыл. Блять, он теперь вальный. Похуй, новый куплю. Мало того, что, блять, 19-й стал, так еще и вальный. Но это хуйня, он будет забирать у дисциплины хуйню. Классные карафты. Отличный храм, спасибо. Зашел, блять, шаврунь пуфнул, гем сломал нахуй. А можно что-то другое, блять? Из 10 шавроней... Были только те, которые пуфнулись, и те, которые получили белые сокеты. Все. Какого хуя? Что это вообще, блин? Будет что-то происходить, нет? Что это за склад табул? Это брикнулось. Блять, хуйня какая-то происходит. Пуф, белая, брик, имплизит по 25% везде. Классные 25%, блять. Она пуфнулась, да? Нет, ты ее выкинул, иди забирай. Ладно. Тут есть тоже Дориане. Фростбамбу, наверное. А, Inspiration, да, точно, у меня же Inspiration есть. О, уважаемо. Уважаемо. Но я в профит не буду это считать. Вписывай в таблицу. Хуй там. Понял. Если там реально равные шансы, как мне и сказали, 3 брика, 3 дабл имплизита и, сука, 9. 9, блядь.
Понял. Блять, Амогус. Говно полное. ПТВ там вес у Олмак срезов поменьше, по-моему, чем у остального. Но при этом они прокнули уже второй раз. Понял. Блять, чат, это рофл какой-то? Там осталось 6 штук. Пуф, все-таки. Попросил табулу, дали пуф, понял. Анальный фокус, ебать. Ебать, это найс нового кокера плюс 3. Оу, май. А, не, 70 это хуйня. 70 это хуйня, я думаю. 70 это без квалити. 70 это без квалити вообще. Ага! Сюда, блядь. Блять, а можно, если что, моя лучше, чем вот это. Моя гораздо лучше, чем вот это. Ну мне, теперь давайте плюс один и проч. Сука, почему плюс один и АОЕ? Мне нужно плюс один и проч. Я, блядь, на Испир кокере, я не хочу Вайснову респекаться ради этой тушки. Блять, а почему тут в инстансе пинг скачет так сильно, пиздец? Оно из-за того, как скакало, аж пухнуло шаврон мне. Блять, а что? Что, блять, с серверами? Пиздец. Кринж Вилсон решил дропнуть сервера, чтоб мне тушку открутило ту. Если что, вон то, скорее всего, самое лучшее, что я мог выролить. На плюс один АОЕ и плюс один левел гемов, это, наверное, идеальный вариант в плане цены. Потому что с Айсновой играют больше, чем с Айспиром. Ладно, пуф. Ну и последнее. Тут брик или пуф. Ну да. Очевидно. Ладно, чат, бонус. Бонус. У меня есть моя шаврон. Ладно. Вы понимаете, чат? То есть это моя, это не из гамблинга. То есть я себе забираю вот это и вот это, блядь. Ну и мразь же ты. Чат, я все делаю по договоренности. Никакого скама. Я договорился, что я из этих тушек заберу себе одну. Заберу себе одну. Я одну забрал. И потом закараптил свою. Питоха, 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 питоха. Сейчас, секунду, я даже покажу. Питоха. Пошел нахуй! Окей, окей. В общем, что у нас в итоге получилось? У нас в итоге прокнуло две прям достаточно поговых шавроня. Конечно, одна из них такая себе, ну, в плане хорошая, но далеко не самая. Почему-то слишком дохера было белых. То есть там, насколько я знаю, как мне говорили, шанс 25 на 25 на 25 на 25. То есть либо брик, либо белые сокеты, либо полное исчезновение пуф, либо два имплизита. В итоге у нас аж 9 таких прокнуло, что сложно. Непонятно. Ну ладно. В итоге у нас из хороших это Level of Socketed Gems и All Max Резы. И Level of Socketed Gems и AOE Гемы. Плюс достаточно неплохое на Duration Гемы, я так понимаю, это на House Builds. Плюс еще и Reduced House Damage Taken, что тоже классно. Учитывая то, что CI не будут юзать билды с шавронью, я думаю, это неплохой имплизит, который тоже может более-менее цену поднять. Плюс тут еще и энергощит топ ролл 150 на 30, я ее записал как где-то 45 экзов, может, отстоить. Это жижные имплизиты, я это записал как дефолтную цену, ну то есть объективно лайф нафиг не нужен, cold damage taking тоже не то, за что ты сильно хочешь переплачивать. И два на макс резы плюс второй стат useless. Fire damage taking неплохо, level warcry гемов, я думаю, вообще нафиг вроде. Это я тоже записал примерно под дефолтную цену, чуть-чуть дороже, там
7 экзов, по-моему, это тоже. А в итоге 9 таких и просто разноцветные с разными влияниями шавронки, которые поумирали. Вот эту, кстати, можно даже за 7 Jeweler сорбов завернуть. А в итоге я бонусную вписал, потому что у нас слишком душил рандом с белыми. В итоге я решил, пусть будет гамблинг не 30 шаврон, не 31. Я из вкладки свою достал. 31, в итоге у нас даже профит 21 тысяча хаосов, что примерно, что около 150 экзов. Все, в принципе, заебись, все замечательно, все просто потрясающе, все классно. Спасибо большое за просмотр, до свидания. Очень похоже, да, очень похоже, там потом все-таки дабл имплизиты попрокали. Добери его SST в качестве типа. Справедливо. Ну, тушка помянем. Не понял. Я забрал тушку в качестве типа, проверяйте.